Актуальное питание деятельности СМИ и кадровой политики обмерковали с молодыми журналистами. Сустреча прошла у пресс-центра «Могилевские ведомости». Тут каждый смог особисто обмерковать с керавництвом Головного управления идеологичной работы и по справах молоди, умовы працы, сучасные профессийные тренды. Для того, чтобы обменяться опытом с другими специалистами, познакомиться с разносторонне развитыми людьми, повысить свою квалификацию благодаря их знаниям и чтобы просто провести хорошо время с пользой, набраться нового. Сустреча протягнулась майстер-классами по фотомайстерстве и створению видеоконтенту. На самом деле для меня самой это тоже достаточно новая тема. Навыки я приобрела буквально полгода назад. Но я сделаю упор в своем выступлении на то, что обязательно нужно учиться. Вообще сейчас журналист, а в частности молодой журналист, обязательно должен быть универсален. Как отзначили удельники сустречи, для молодых журналистов это стало доброй махчимостью обменяться с коллегами своими думками и творчими планами. Марта Милосердова, Юлия Власцов, новины региона.